предотбор специально на сайте tvr.by. Вы можете в прямом эфире следить за тем, как мы узнаем имена финалистов национального отбора Евровидения 2018 от Беларуси. Алло, раз, есть. Фонограмма есть у вас? Фонограмма есть у вас? А вы нет? Что есть? Фонограмма. Минус, принесите, конечно, свой звукорежиссеру, да? Звукорежиссер говорит, нет фонограммы. Здравствуйте, я исполню вам песню собственного сочинения и музыку написала, и слова. Говорят, что есть фонограмма. Номер 16. Уважаемый звукорежиссер, фонограмма есть? Что я скажу? Я в цій комедії «Шляпі» не буду виступати. Там є, крім того, я мінус, плюс наслав, а також відео. Розуміли? Там червоні ці шапочці і червона футболка з видами пальми, море, гітара, Ізраїль, види Ізраїля. Зрозуміли? Тобто наперед костюм. Білі брюки і білі туфлі, бо там жарко, зрозуміли? Я дуже спекотно буде. А стойко? Буду тримати в руках. После искрометного выступления, конечно, настроение просто прекрасное. Добрый день. Да, сдавала и на флешке, и по почте присылали. Нет фонограммы? Забрасывали и проверяли. На флешке нет никаких файлов. Разбирайтесь, наверное. Ну, мы не запустим фонограмму. Хорошо. Сразу фонограмму спрашивают. Фонограммы нет. Жень, говори на английском тогда уже. Did you give your minus? What? Did you give your minus? My what? Женя, давай ты. Speak in English. Нашли флешку? Нет, флешки нет. Хорошо. Давайте дальше. Здравствуйте. Я надеюсь, меня не дисквалифицируют, если я say few words. Нет фонограммы, говорят. Фонограммы нет. Но там говорили, что занесут. Сказали, идите кому смело на сцену, мы поднесем. Оранжевая флешка. Хороший трек. It's this time, I think so. Лыжный комплект. Раз, два, три. Спасибо.